Спасибо за ваше терпение. Так, давайте посмотрим. Когда Джен Псаки не взяли в президенты, развлекательный бизнес мировой политики буквально осиротел. Казалось бы, кто еще придумает, что газ идет с запада на восток, или сочинит байку о каруселях. Но свято мест пуст не бывает, и план по ляпам надо выполнять. На первых порах Джен заменил Джо Бессмертное и сразу вырвался в чемпионы мира по количеству ляпов, выпаленных в единицу времени. Мне, правда, кажется, что большинство его фокусов не более как ловко состряпанные репризы в духе 95-го квартала. Исполняя роль безобидного и беспомощного дедули, он запросто может приложить ручку к сердцу во время исполнения чужого гимна. Играючи признаться в продаже госсекретов, открыть изумленной публике суть расизма, заявить, что с раком покончено, попинать трибуну ногами, а над в чем виноват, это все Путин, исчерпать дискуссию никому непонятным призывом «Боже, храни королеву». Он кого имел в виду? А иногда и говорить не надо, достаточно пройтись вдоль почетного караула. Это ж караул, какое зрелище! Вслед за вперед бредущим подтягиваются ляпометатели рангом пониже. О, как упорствует Нед Прайс в своих стратегических оценках. Секретарь spoke to this in a speech he gave in Helsinki last month, I believe it was. What's that? So, I'm sorry, a strategic failure for Ukraine. Thank you for the correction. Which is... Ему вторит человек на пружинках, глава НАТО Йенс Столтенберг. И немецкий режим у него хрупок. И Крым был занят законно. А раз так, значит, надо помогать Украине сбивать украинские беспилотники. Несет сменщица Псаки. Конечно, надо помогать, когда они все сговорились с Россией. Мир пришел так или иначе ей на помощь и помогает ей. Вообще-то не России, а Российской Народной Республики. Поправляют Гордона прямо из Белого дома. А можно просто уменьшить население. Нет человека – нет проблемы. Рецепт от Камалы Харрис. Конечно, бывают недоработки, хотя бы с локацией. Вот они чешут про перемогу, а за спиной такая зрада вылезает. Внимание, зомби на Украине. Министр внутренних дел Украины, пятеро погибших, они обратились за помощью, но правда без госпитализации. Еще Фрейд или уже Альцгеймер? Объективности ради надо признать, что и наши не плашают. Вот Оля Скобеева на голубом глазу фрейдит. Путинский мятеж. Оля, нельзя же так. В свое время за такое могли бы и к стенке поставить. И сразу найдется какой-нибудь Гурулев, поспешно переобувшийся в полете. Только пуля в лоб – единственное спасение. Карен Шахназаров, хоть и режиссер, директор киноконцерна и властитель дум, но тоже рисковый человек. При всей нашей ненависти к Путину лучше он, чем кто-либо еще. А вот трепаться во время исполнения гимна даже боярам не пристало. Но невозможно заткнуть фонтан, пока это не сделает государь. Ласково так, по-отечески. Про бояр я не случайно, я на Армагеддоныче сошлюсь. Верховного главнокомандующего полоскать, человека, исполняющего де-факто функции не только президента, но и государя-императора. Была ли это оговорка? Не уверен. А вот к Дмитрию Сергеевичу претензий нет. У него амплуа такое. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю,
по телевизору, я думаю, чего он там рассказывает. Кто... Вот и заносит его на исторических поворотах. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше и больше она использует систему вооружений, которые ей поставляют страны Запада. Я так и не понял, демилитаризация – это больше оружия или меньше? Начав обзор ляпометания бесспорным чемпионом, закончим серебряным призером нашего чемпионата, которым без сомнения является президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедка ее там с рыбой. Вот уж ляпнет, так ляпнет по-большому. Лучше быть диктатором, чем голубым. Проговорился батька, что весной 2022 года в Стамбуле был заключен и парафирован договор, согласно которому, я вам лучше процитирую, по информации Белта, самого главного информационного агентства Беларуси, Григорьевич ляпнул. Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму, аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на Востоке, нормальный договор. То есть получается, что Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Стамбуле, подмахнул бумажку, по которой Крым отходит Украине, а потом Россия его арендует или в лизинг берет. Или вот в Санкт-Петербурге, беседуя с велиможным соседом, вроде как невзначай, Григорьевич роняет. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ой, не к добру такие оговорки. Что по Фрейду, что по Альцгеймеру.